Твери на улице Скворцова-Степанова при столкновении двух автомобилей пострадали дети. Девочки 4 и 14 лет находились на заднем сидении, невиновные в ДТП «Рено». Машины столкнулись на перекрестке неравнозначных дорог. Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. Все были пристегнуты. В Твери на железнодорожном вокзале сотрудники управления службы судебных приставов по Тверской области совместно с представителями транспортной полиции провели профилактическое мероприятие. Судебные приставы консультировали пассажиров по вопросам исполнительного производства и проверяли их на наличие штрафов. Сотрудники органа принудительного исполнения в очередной раз напоминали, в отношении неплательщиков могут быть применены обеспечительные меры вплоть до времени временного ограничения на выезд из Российской Федерации. В рамках акции гражданам предоставлена возможность узнать о своих долгах. Для некоторых стало неожиданностью наличие задолженности. До конца года есть возможность оплатить свои долги и вступить в Новый год без долгов. Исполнительный документ выдается на основании вступившего в законную силу судебного акта при условии, что сумма, подлежащая взысканию, составляет более 30 тысяч рублей, либо более 10 тысяч рублей при нахождении исполнительного документа на исполнение более 2 месяцев. С начала года тверскими судебными приставами ограничены в выезде более 70 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные задолженности. Применение этой меры уже позволило взыскать порядка 350 миллионов рублей. Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области предлагает всем избежать неприятностей в преддверии новогодних каникул. Поможет в этом сервис «Банк данных исполнительных производств» или личный кабинет на портале госуслуг. Выяснил, долгов нет. Я вам очень благодарна. Сотрудники регионального следственного комитета напоминают о возможностях обращения в ведомство по различным каналам связи. Граждане могут в любое время подать в Следственное управление Следственного комитета по Тверской области обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействие и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Только в прошлом году Следственным управлением рассмотрено более 4000 обращений жителей региона. Подобное взаимодействие позволяет Следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.